Приветствую, друзья! Меня зовут Кирилл, и добро пожаловать на мой Лего-техник канал. Огромное спасибо всем за ваши комментарии под предыдущим видео на тему востребованности пулбэк наборов. Теперь я знаю, что пулбэк модели многим нравятся, и на улице любителей пулбэк наборов сегодня снова праздник. Видите, у меня на столе набор 42137, копийная модель, пулбэк набор, Формула E Porsche 99X Electric. Набор для обзора предоставила компания Lego. Коробка по размерам точно такая же, как у набора 42138, правда здесь на 120 деталей меньше, 422 против 544 в Мустанге, так что если стоить они будут одинаково, то по деталям Мустанг выгоднее. Ну и здесь, в общем-то, ничего нового. Принцип действия pullback мотора, отвести модель назад, она поедет вперед, и опять же вот эта вот реклама приложения с виртуальной реальностью, но у меня доступ к нему так и не появился, поэтому продемонстрировать его я сегодня не смогу. Ну вообще не знаю, даже в этой модели без механизмов, что можно вообще смотреть в дополненной реальности. Ну не знаю, если оно потом выйдет и там будет что-то интересное, конечно, мы на него посмотрим. Открываем. Ну и состав набора, в общем-то, такой же, как в Мустанге. 4 пакета с деталями. 2 pullback мотора. Огромный лист с наклейками. И, само собой, инструкция. Про пакеты с деталями я вас немножко обманул. Ну, то есть, как их, да, действительно 4. Но в одном всего несколько деталей. И это новые скошенные панельки. И не только новые, кстати, попали в этот же пакет. 2 белых, но вот эти вот пары черных и пары красных, это новые детали. Итак, что же у нас здесь хорошего? Балки с чередующимися отверстиями. 2 штуки длиной 15 и 1 штука длиной 11. Ось на 16. Пара принтованных тайликов 1 на 1. Интересный принт, я не встречал такой до этого. В белом цвете появились вот такие вот коннекторы, полезные коннекторы. Хорошо, что они появляются в новых цветах. Вот в том году в Макларене в синем цвете появились. Теперь в белом Dark Bluish Grey. Как он называется-то, я забыл уже опять. Ладно, полезная хитрая деталь с хитрым названием. В белом цвете такие вот детальки, но они уже были, по-моему, в Феррари. И в черном цвете 3 штуки. Ну вот в черном цвете эти детали буквально уже вообще во всех наборах у нас встречаются. Так, дальше в белом цвете появились панели 3 на 7. Полезное нововведение. Есть здесь 2 белые арки. Ну, это, так сказать, не новость, но как приятное дополнение. И одна вот такая вот панель 3 на 13 в белом цвете. Большое количество черных панелек. Но они тут довольно обычные, не буду крупным планом показывать. В списке деталей они будут присутствовать. Также в белом цвете у нас появились вот такие вот полезные детали. И совершенно новая деталь, сразу в двух цветах здесь присутствует, это вот такая вот панель, ну точнее это две зеркальные панели, они разные, соответственно левая и правая часть. Что это за панель? В нижней части у нас здесь как бы балка длиной 3 с поперечно чередующимися отверстиями, вот одно отверстие поперечное и 2 вот таких вот вертикальных. Длина этой панели, как возможно уже кто-то догадался, 5 отверстий. Вот у меня панель высотой 5. И, кстати, да, они не падают. Можно вот так поставить панельки эти. Высоту 5. Соответственно, сдвиг здесь получается внизу, если мы вот так приложим, на 3 отверстия. В сторону загиб на одно отверстие сдвиг. Ну, а кривизна вот эта вот, она точно такая же, как у обычных вот этих вот панелей. Если мы поставим их рядом, то вот эта вот кромка, она будет идентична абсолютно. Вот такая вот хитрая панелька появилась. Ну, наверное, будет довольно полезно. Наверное, во многих тачках мы увидим. Новые позволят создавать какие-то формы, может быть, даже воздухозаборников. В общем, там панелька с большим количеством крепежных отверстий. Да, еще одно здесь торцевое. 2, получается, боковых и еще 2 снизу. Интересная деталь. Я думаю, что мы ее встретим во многих наборах. Вот здесь вот она встречается в двух цветах, красный и черный. Смотрел в упор и не увидел еще одну новую деталь. Всего одна штука в наборе в черном цвете. Вот такая вот вставка, уголок для соединения панелей. Ну, в общем-то, полный аналог вот этой штуки, да, но вот эта
Ставка работала с панелями высотой 3, так вот повторяла их закругление. Ну, а это, соответственно, идеально стыкуется с панельками высотой 5. Ну и здесь у нас одно отверстие крестовое. В этом наборе точно такая же система запуска pullback моторов с блокировкой, как была в наборе 42-138. Красный рычаг сзади активирует трещотку. Точно так же здесь центральная деталька вот эта цепляется за уголок. Точно так же тяжело одной рукой заводить два pullback мотора. И по нажатию на рычаг трещотка освобождается. Так вращается свободно. Чтобы снова активировать этот механизм, нужно обратно поднять красный рычаг. Точно так же, как в наборе 42-138, передняя ось будет на полстуда ниже, чем задняя. Здесь вот смещение организовано. Но помимо этого, она еще будет на 2 студа уже. Сзади у нас такая же ось шириной 16, ну как длиной, да, но для модели это ширина. А здесь у нас составная ось 2 по 5,5 плюс 3, это 14. То есть у нас передок будет чуть-чуть поуже задней части. Ну и вот так выглядит финальная модель. И как абстрактная машинка, как яркая игрушка, она выглядит прикольно. Можно добавить сюда все вот эти вот наклейки, спонсорские логотипы, название Porsche. И, в общем-то, как игрушка, она станет еще привлекательнее, еще ярче. Будет такая пестрая гоночная тачка. А вот с оригиналом сравнивать ее, ну, мне кажется, не стоит. Вот в инструкции приведена фотография, один разворот, сравнение с оригиналом. Честно говоря, лучше бы они этого не делали. Ну, просто смотрим на переднюю часть, где вот этот острый нос, где вот эти вот плавники. Здесь просто такая плоская стенка, ничего общего. Задняя часть, ну, благодаря вот этим панелькам что-то получилось передать, ну, тоже весьма условно. Кстати, да, с точки зрения внешнего вида, мне понравилось, как вот этот красный рычаг запуска вписался в общую форму. Это вот прям сделано, получилось аккуратненько. Ну, а так, я говорю, если не привязываться к оригиналу, моделька весьма приятная. Функция модели всего одна. Это, собственно, pullback мотор. Мы назад модель заряжаем. Дальше нажимаем на рычаг, и она устремляется вперед, устремляется очень быстро, два pullback мотора. До большой скорости разгоняет эту модель. Эта модель немного легче, чем Mustang 42-138. Я измерил, это где-то 470 грамм, а это где-то 405 грамм. Ну, то есть, не намного, но вот эта моделька Porsche должна быть пошустрее. Сейчас попробую их вместе запустить, надеюсь, не приведет к катастрофе, но я не уверен, что на столе будет как-то заметна разница. По длине модели примерно одинаковые, ну и сейчас попробуем их запустить совместно. Вот, сейчас моторы разряжены, попробуем их зарядить на одинаковое количество оборотов, не на максимум, чтобы они со стола не улетели. Раз, два, три, четыре, пять, ну шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, и теперь надо одновременно их запустить. Так, как бы это сделать? На свой страх и риск я зарядил моторы на максимум. Если модели улетят со стола, то это будет еще и краш-тест для них. Теперь главное нажать два рычага сразу. Не получилось, но зато мой барьер не пробит, и можно попробовать еще раз. Так, дубль 2. Да, кстати, все-таки чуть-чуть побыстрее Porsche ускорилась. Может быть, в кадре это не было заметно, но к концу стола начал вырываться вперед. Ну, а если рычаг опустить вниз, то модель можно вот так вот ходом просто катать. Ну, назад не получится, потому что назад мы по-прежнему заводим pullback моторы. А вперед без проблем. Как pullback модель, этот Porsche выглядит привлекательнее, чем Mustang, на мой взгляд. Мустанг, он такой здоровый, выглядит тяжеловесно, а эта моделька все-таки более такая изящная, выглядит как быстрая тачка спортивная, ну, кой она и является. А от Мустанга все-таки ожидаешь каких-то функций, он такой, ну, действительно, выглядит как законченная какая-то модель, вот на Корвет, да, похож, и хочется там какой-то и макет двигателя, и рулевое управление, а там ничего нет. А эта моделька, она выглядит, ну, как бы попроще, да, и от нее уже особо ничего не ожидаешь. И тут узнаешь, что это быстрая супер пулбэк тачка. Ну ладно, в общем, я думаю, что кому нравятся пулбэки, эта моделька понравится. С точки зрения деталей, тоже есть тут полезные элементы. Детали в новых цветах, в белом цвете различные панели и коннекторы тут появились.
новые вот эти вот загнутые, скошенные панельки, как бы скошенные спереди и сзади. Я думаю, что в умелых руках они подарят нам много красивых моделей. Ну, для кузовных работ, я думаю, что они пригодятся. Ну и на этом я не знаю, что еще добавить. Как всегда, списки деталей на ваших экранах. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал. Огромное спасибо тем, кто находит возможность поддержать канал материально. Ссылки, как всегда, все в описании под видео. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо за внимание и до очень скорых встреч. Пока!